довольно странно. Но однажды проснулся я нелюбимым и нежеланным. Вот такая оказия. Покопавшись в себе, как в книге, объяснений найти не смог. Не иначе зловещий триггер превратил наше счастье в смог. Перечеркнута глава, перевернута страница, и я новую писать не спешу. Улетаешь от меня, ты свободной гордой птицей, с грустью вслед тебе рукой помашу. Каждый день превращался в праздник, о котором и не мечтал. Только жизнь нас как будто дразнит, мелодраме конец настал. Доброта, уважение, ласка уступили места свои новым чувствам, словам и маскам. Строчки книги сложив в слои. Перечеркнута глава, перевернута страница, и я новую писать не спешу. Улетаешь от меня, ты свободной гордой птицей, с грустью вслед тебе рукой помашу. Жалея на то чернил, и признаюсь без всякой лести, так не каждый бы сочинил. Мне казалось, что Пушкин в теме, не ирония ли судьбы. Ведь по сути все это время я твоим Достоевским был. Перечеркнута глава, перевернута страница, и я новую писать не спешу. Улетаешь от меня, ты свободной гордой птицей, с грустью вслед тебе рукой помашу. Улетаешь от меня, ты свободной гордой птицей, с грустью вслед тебе рукой помашу.